Активисты спасают брошенных из-за вулкана животных. Уже 3 недели на города и поселки в Эквадоре беспрерывно падает вулканический пепел. В августе из-за возросшей активности вулкана президент страны объявил чрезвычайное положение, чтобы в случае извержения лавы власти имели возможность задействовать финансовые ресурсы для помощи людям. Однако в ряде покинутых хозяйств домашние животные оказались брошенными. Добровольцы ездят по домам и собирают покинутых питомцев. Цель – спасти этих животных, создать временный приют, откуда, если больше ничего не произойдет, и хозяева смогут забрать их. За день в одном из городов активисты собрали 24 собаки и 7 кошек. Их отвезут в приют. За прошлую неделю, как сообщают местные СМИ, удалось спасти 50 собак, страдавших от обезвоживания и заболевания кожи и дыхательных путей.